Всем подписчикам привет! В интернете, в сети есть куча способов, как вскрыть кокосовый орех, кокос с помощью ножа, там всякие разные варианты. Но мы сильно очень хотели пить и придумали свой вариант открытия кокосового ореха с помощью элементарного шуруповерта и сверла. Есть три отверстия у него здесь намечены. Мы сейчас сделаем просто отверстие в нем и выльем сок. То есть вот я одно отверстие сделал. И второе для того, чтобы воздух выходил из него и у нас не булькало ничего. Вот сделали два отверстия. И у нас сок этот должен спокойно вылиться. Пробуем. Вот он, сок пошел. Пошел у нас сок. И все это заняло буквально 3 минуты всего лишь. Видите, да? Вот он, сок бежит. Очень активно бежит. А почему легко бежит? Потому что воздух заходит через верхнее отверстие. Мы сливаем его, оставляем на стакане. Вот он у нас. Вылился сок. Ну, его не очень много. Но попробовать, что это за заморский фрукт, вполне хватит этого сока. А там уже варианты всякие раскалывания ореха с помощью обезьян там или еще кого-то. Это уже другой вариант. Вот такой самый простой способ добыть нам кокосовый сок. Спасибо всем за внимание. Шуруповерт вам в руки.